Карамба ТВ представляет себе Вику. Ну, наконец-то весна, пора любви и самое время для свидания. А тебя, кстати, обычно куда парни приглашают на свидание? В кафе, в кино, в рестораны. Да уж. И что, да не так? Нет, все нормально. Просто как-то банально это все, что ли? Да-да, в моде нынче оригинальность. Именно она сводит нас с ума. Для того, чтобы совсем упростить вам задачу, постараюсь описать несколько возможных вариантов для достижения максимального эффекта. Итак, топ самых оригинальных мест для свидания. Да, я знаю, что не место красит человека, а человек место. Но вы должны помнить, что у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Поэтому рекомендую прислушаться. Свидание еще никогда не было таким интересным и увлекательным. К тому же звездное небо всегда было апогеем романтики. Да и в каком еще месте уже на первом свидании вы сможете занять горизонтальное положение? По-моему, это очень хорошая идея. Ну а после вам будет что обсудить. Галактики, черные дыры. Ну или кто знает. Буквально в позапрошлом видео вам как раз говорила о том, что спорт воздействует на наш организм точно так же, как и секс. А это значит, что уже после 40 минут физических упражнений ваше психическое состояние будет располагать вас на нечто более интересное, чем просто спорт. Там, где парная йога, там и тантрический секс. Не все сразу, но надо же с чего-то начинать. Ладно, шутки шутками, вы все знаете, что я не за быстрый секс, а за отношения. Так вот, парная йога не только соблазнит вас, но и поможет сблизиться духовно. Один час занятий парной йогой в тишине расскажет вам о вашем партнере куда больше, чем пустая болтовня в кафе. Ну и во-вторых, это просто весело. Ну разве не забавно наблюдать за человеком, который пытается принять нереальные позы? Это вам и спорт, и прогулка, и возможность уехать далеко-далеко от посторонних глаз. К тому же я не знаю ни одного человека, которому бы не нравилась езда верхом. Ну, конечно, лошади поромантичнее, зато велосипеды практичнее, а главное – доступнее. Уже в некотором роде классика, но, уверяю вас, не настолько банальная, как кафе, кино и рестораны. К тому же именно здесь вы будете ближе к небу и звездам, если вам удастся вытащить ее на крышу ночью. Вы также здесь можете устроить пикник, захватите с собой бутылочку красного сухого, немного сыра и шоколада. Уверяю, девушка не останется равнодушной. Ну а с вами была и без того неравнодушная к вам. Я Виктория Юшкевич. До новых встреч в моем личном кабинете. Пока-пока. Thank you.